тебя. Попробуй, можно? Ничего я не получил. Опять не зажег? Еще последняя спичка, протон пробует. Пробуй здесь. Там тебе лежит это, коровка из кореновки мороженое. Давай, поджигай. Попробуем приготовить еще люля на решетке. Дай, люлей? Нет, один. Люля, я тебе могу сказать, как готовится. Фарш надо на кратковременно положить в морозилку. Что, зажег? Да. А ну покажи мне. Отойди, Илья. Видишь, пошло, папа? Угу. Ну, вижу дым, я пока не вижу, что пошло. О! Ну, теперь огонь разгорается. Ну, это не факт, что разгорится. Да, ничего. Ну, зачем поджигать? Вы подкладываете ветки мне, он должен с чего-то гореть. Он наклонился, и маленькие бери под мангалом. Ну сейчас погаснет у тебя. Чего ты мне пробуешь, мне, балбес? Ты слышишь, что я говорю? Вот эти подкидывай в огонь быстрее. Как ты кидаешь мне? Я вас учил, мне. Сперва маленькие ложим ветки, потом большие. Ты просто зажег и все. Толку от этого зажигания никакого. У тебя что-то не получается. У тебя тоже ничего не получается. Ты только бумагу зажег. Да, Илья. Одну.